В Люберцах продолжают ремонтировать автомобильные дороги. На небольших участках устраняют ямы, а на местах, где дорожное покрытие изношено, укладывают новый асфальт. Тему продолжат мои коллеги. Протяженность улицы Московской более 1 километра. В Токареве это основная дорога. Но капитальный ремонт асфальтового покрытия не делали давно. Для деревни она нагружена. Поэтому было принято решение о ремонте данной дороги. Она была в ямах, и сегодня она будет приведена в соответствие. Новому асфальту рады и автолюбители, и местные жители. Но основное внимание они просят уделить безопасности пешеходов. Давно уже здесь живу, здесь родилась. Вот все хорошо, вроде бы делают новую дорогу. Но очень неудобно нам, что нет тротуара. Мы ходим, шарахаемся из стороны в сторону, вот по загородкам. С обеих сторон дороги подходит жилье, заборы. Сложно сделать тротуар. Но там, где это возможно, будем делать. В этом году в округе отремонтируют 22 автодороги общей протяженностью более 9 километров и 10 подъездных дорог к СНТ. К концу лета все работы планируют завершить. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.